Душ или ванная? Многие мои заказчики задаются таким вопросом, когда мы с ними проектируем интерьер. Давайте об этом сегодня и порассуждаем. Поехали! Всем привет! Меня зовут Иван Безруков, я дизайнер интерьера с 24-летним стажем. С 2000 года я занимаюсь дизайном интерьеров. И есть вопросы, которые мои клиенты задают очень-очень часто. Один из них: Иван, что выбрать, душевую или ванную? Давайте мы будем рассуждать на эту тему с точки зрения моего опыта, опыта моих клиентов, и, возможно, в этом рассуждении вы сделаете для себя правильный выбор. Почему такая мысль вообще приходит в голову? Ведь лучше всего поставить и душевую, и ванную. Я скажу, конечно, это так. И если мы проектируем частный дом, то поступаем именно таким образом. Мы делаем и отдельно стоящую ванну, в которой можно полежать и побалдеть. И рядом делаем душевую кабину или просто зону, где можно мыться. Потому что в душевой мы именно моемся, а в ванной, конечно, мы больше кайфуем. Но это когда проектируется частный дом с нуля, и мы можем запроектировать пространство того размера, которое нам необходимо. А что делать в квартирах, где ванная очень небольшая, потому что застройщик ни в какую не хочет делать их большого размера, только в исключительно редких случаях мы встречаемся с ванной комнатой 8 метров, 10 метров. Ну, просто это какая-то редкость. Поэтому если вам повезло и у вас большая ванная, то радуйтесь, это здорово. Ну а если вам не повезло и у вас ванная небольшая, то все-таки придется выбирать либо ванную, либо душевую. У меня трое детей. Я построил две квартиры, дом, и строю второй дом лично для себя. Поэтому я могу рассуждать и говорить, что удобнее, а что нет. На самом деле все зависит от того, какой у вас состав семьи. Это первое, что принимается во внимание. Второе – это ваш образ жизни и как вы любите в данном случае мыться. Давайте рассмотрим сценарий номер один. Молодая семья и маленькие дети. Тогда я бы предпочел ванную, потому что маленькие дети просто нуждаются в том, чтобы их купали. Они сами очень любят это действо, ныряют, играют, сидят в воде. Поэтому предпочтение для семьи с маленькими детьми — это, конечно же, ванна. Тем более, что в самой ванной можно принимать душ совершенно спокойно. Залезли внутрь, задернулись шторками, и вот, пожалуйста, хочешь — принимай душ, а хочешь — набирай ванну и сиди в ней. Сценарий номер два. У вас семья и дети-подростки. Как это было у меня? Сейчас расскажу свою историю, и вы поймете. Мои старшие дети очень любят полежать в ванной. Именно полежать в ванной. А этот процесс не быстрый и занимает долго времени. И вот один ребятеныш залез и полежал полтора часа, потом второй залез и полежал полтора часа. Соответственно, когда мне мыться, принимать душ и лежать в ванну, уже непонятно, когда-то там глубокой ночью. Понимаете, да, идею? То есть, возможно, в этом варианте лучше поставить душевую кабину. Почему? Да потому что скорость помывки гораздо выше, чем в ванной. Потому что, как я сказал ранее, ванна — это все-таки больше для расслабления и балдежа. А душевая — это для того, чтобы быстрее помыться. Поэтому именно сейчас я бы ставил душевую, потому что мне хочется тоже все-таки прийти и помыться. Понимаете? Вот, и если у меня недостаточно пространства, у меня нету помещения, в которое можно и то, и другое поставить, и второго помещения нет, где можно помыться, то, конечно, я предпочту душевую. Рассмотрим третий сценарий. Ваш состав семьи — это пожилые люди, либо люди с ограниченными физическими возможностями. Тогда, скорее всего, это должна быть душевая кабина. Просто потому, что, чтобы туда залезть, не нужно высоко поднимать ногу, потому что борт ванны равен 60 сантиметров, а иногда и выше. И пожилым людям бывает тяжело залезть и вылезти именно из ванны. Гораздо проще зашагнуть на низенькую ступеньку в душевой поддон. И там уже нужно поставить скамеечку, сделать поручень, за который удобно будет держаться. Вроде бы кажется мелочь, но это очень важно именно с бытовой точки зрения и с удобства пользования. И просто это вопрос безопасности.
Рассмотрим четвертый сценарий. Вы молодая семья и детей у вас нет, но тогда на ваше усмотрение. Если вы ведете динамичный образ жизни, то, наверное, это душевая. Если вы любите получать от жизни удовольствие и кайфовать, то, конечно, это ванная. Выбирать вам, дорогие друзья, я всего лишь поделился своим опытом и жизненными наблюдениями. А вы напишите в комментариях, почему вы выбрали бы ванную или душевую. Обязательно напишите об этом, будет интересно почитать. И это будет для меня очередной опыт, который я постоянно накапливаю, а потом этим опытом делюсь с вами. На этом все. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами муза!